Ники. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 9 мая. Поздравляю вас всех с праздником, великим днем Победы. Желаю всего самого доброго и хорошего. Мирного неба над головой. Счастья и добра вашим семьям. А нашим чишкам, парнишкам, Пресли и Патрицию, сегодня исполнилось 6 месяцев. Видео с Патрицией можно посмотреть в плейлистах. Персональное видео. Это его братишка Пресли. Вот такой вот веселый, энергичный рыжик. Кому нравятся энергичные, активные, общительные ребята, это вот наш Пресли Кингсмен, который всегда готов составить вам компанию во всех ваших делах, по дому. Он всегда готов вас сопровождать и наблюдать, чем же вы заняты в данный момент. Парень очень ласковый, очень контактный, очень любит целоваться, ласкаться. Парень хорошего, крепкого, стандартного размера. 3 килограмма, он не малыш, он крепкий и костистый. Обратите внимание, у него толстые лапки, широкая грудь. И вот такой целовальник, он может часами целоваться, ласкаться. Очень добрый, контактный парень. Зубки после смены 6 на 6, прикус ножницеобразный. Фаберже на месте. Ровная спинка, белая грудь нарядная. А для любителей длинношерстных собачек породы чихуа подрастает вот такой малыш, который родился 21 марта 2019 года. Пресли полностью привит, чипирован, все карантины пройдены. С мальчиком можно гулять, выезжать за пределы не только России, но и вообще по всему миру, так как у мальчика все документы в порядке, и парнишка готовый пес для тех людей, возможно, которым некогда ухаживать вот за такими карапузиками. Кормить их несколько раз в день, приучать к пеленке. Пресли все уже умеет делать сам. Знает, куда ходить на пеленочку в плохую погоду, в хорошую. Составит компанию вам в прогулках с удовольствием, так как парень энергичный, активный и очень сообразительный. У Пресли хороший пигмент, у него черный нос, черные веки. Яркая выразительная внешность. Родничок закрыт уже с месяца. Очень душевный мальчишка. Не трус, не истеричка, не агрессор, не пустолайка. Если вам понравились наши щеночки, вы можете приобрести их, позвонив нам по телефону. Номера телефонов будут оставлены в описании под данным видео. Или написать на личную страничку питомника ВКонтакте или в Инстаграм. Ссылочки на соцсети будут оставлены в описании под данным видео. Наш питомник находится в Санкт-Петербурге. Отправками щенков в другие города мы не занимаемся. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться. Кто подписан, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!